машину. Так, ну стартанули. А где морда? Где морда? Потихоньку пошло движение. Сейчас поедем. С этим скучно не будет. Пилота не штурмана нет. Слышь, может они не участники? Не, номер висит. Тут еще серьезные машины подъезжают. Я с утра не видел ее. И вот еще одна. Сегодня без обоев, да. Но без фары потерянной в Чернигове. Ждем где-то. Пилот, штурман потеряли, машину не могут найти. Да, старт на. Старт пошел, никто никуда не спешит. Переговорок пока нет, пока. Да, какие-то левки, по-моему, там тоже куча точек. В принципе, там, наверное, по асфальту дорога туда. Да, потихоньку разъезжаются. Так, наконец запустились. Опа, понял, ход конем. Да они нас запутывали, ты понял? Посмотри, их хотят оторваться теперь. Что за люди, да, мам? Мы догоним их? Ну, если на асфальт выйдем, то догоним. По полю, конечно. Ну да, надо тебе лифтовать уже начинать. Чтоб сейчас на какой-то трамплинчик не взлететь, блин. Ну да. Да не, я тут на Бахе семерке ехал. Вчера ночью. Вечером. Не, видишь, уже не такие они быстрые. Опять потеряли вил, петляют. Так, ну посмотрим. Котлета из Мерседеса. УАЗа. И черти чего, да? И китайских шин. Сейчас будем смотреть, что она может. Двухмоторная лебедка, блокировки, все там есть. Амортизаторы модные, якорь вон сзади видно. Смотри, что творят они. Слышь, мне кажется, главное, чтобы они до точки доехали, чтобы мы хоть, да, чтобы мы хоть что-то увидели. Это какое-то начало такое нервное. Так, тут вот мы сейчас выезжаем на траекторию, где рейдик был зимой. А тебя не было, да? Не было. Был рейдик монстров. Было хорошо тут. О, блин, укачивает. Ну, было мокро, повезло так. Снежок чуть-чуть припорошил, и было хорошо. Мы на асфальт было, да, сейчас, наверное, направо, да, вот. Эта траектория. Ну, там сейчас асфальт скоро закончится. Еще там грунтовка? Хотя не знаю, куда они там планируют. Ну да, видишь, уже вроде как асфальта мало. Тут было зимой такие грязевые ванны хорошие. Глянь, как все высохло. Смотри, дожди вроде. Ну, тут, наверное, меньше дождей, чем в Киеве было. Судя по пыли или все. Последние хоть не в Киеве так нормально лило. Ну да, тут видно меньше. Или просто все проглотило засуха. Нет. Блин, вот это мы херачим. Слышь, как он так быстро едет. Мы тут на быстроходном автомобиле. Паджеро какой? 4, да? 4, да. Паджеро 4. Обычно, ну, на ней написано, что она Т-шка, конечно. Слышишь? Мы быстро едем, ёханы бабай. Как он так быстро едет? Ты понял, какая котлета? 60. Хорошую котлету купили, но все равно. Хорошую котлету, построенную за недорого, Крис не успел, точнее не захотел, хотя вариант отличный был. Мы не едем. Ну, думаю, да, но это на самые дальние мы точки едем сейчас. Такой перегон километров, ну, по прикольно километров 6 было, не знаю сколько. По дороге где-то 7, 8, 9, да. Ну, дальний. Всего разброс. Круг 15 километров, так что в принципе не очень большой, все правильно сделано. Нету таких перегонов по 20-30 в одну сторону. Красивая. Слышишь, какой-то знакомый. Елки, мы тут ехали, слышишь? Мы тут ехали, когда был рейд. Я узнаю эту деревню. Подозреваю, что она сюда, блин. А ну что там, посмотри, где мы. На развилке потеряли их. Непонятно, сюда, не сюда. Скорее сюда, потому что то какая-то местное было ответвление.
А рейд был в эту сторону. Да, живут же люди. Слышь, я когда всегда попадаю в такие места, и у меня первый вопрос, ну, чем они тут заняты вообще, да? Вот как? Ну да, даже на работу добираться как? Да вообще, ну оно настолько... Или просто вон, смотри, этот Каен, Каен стоит, это явно как дача у людей, да, наверное? Эти заборчики, такие хатки столетние. Такой, вроде немцы только ушли недавно, да? Пару заборов, которые выбиваются из пейзажа, а так все подходит. Ну, мопед портит тоже, да, немножко. Нас не уйдешь, называется. А ну, подъедь сбоку. Помедленнее я записываю, ё-моё, вы чё, блин, исполняете? О, машина выскочила. Лобовую. Вам? И шо? Так это вы отходите, стоите, да? Нефиг гонять, едьте потихоньку, блин. Видите сзади? 75? 35. Да я видел 35 ваши, блин. Она есть. Это, наверное, у Таши, когда мы ехали, она ушла. Сколько ж корова дает молока? Первые, по-моему, сигналят не надо. Смотри, хорошие, привязаны. Да. Смотри, о, спокойнее, видишь? Короче. Красивый лесочек. Что, уже что-то нашли? А вон зубы. Зубы едут. Зубы едут. Догнали зубов. Глянь, глянь, ускорился. Ты посмотри, что творит сразу. Вот, блин. На адреналине. Выключи это радио. Или что там у тебя? Компакт-диск. Флешка? А, ну да, это же уже 21 века машина. Слышь, ты посмотри, сейчас будет зубов подрезать. Ниву ж вклепал с утра. Да? Да, пока на брифинг ехал. Не Драчковского? Не, оранжевый. Да, есть. Зубы, не дальние, не берут. Так что едем за ним, продолжаем. Давай, да, да тут что-то простое. Ну, тут их тоже много. Много, да? Да. Точно в натуре по маршруту. Посмотри, какие тут ретро места. Красиво, как он. Да, похоже на этот, слышишь, похоже. Вот, так мы уже так далеко уехали. Эту серию точек проехали. Теперь, в принципе, недалеко осталось до тех, куда мы едем. Сейчас в Колесниках каких-то. Вообще, тут есть асфальтовая дорога. Да? Че они не поехали? Не захотели мы. Ну да, они ж серьезные пилоты. Да, хаты такие стоят брошенные. Мы тут ехали весной в рейде. Очень похожие места. Да, на асфальт выехали. Где-то в каком-то опять другом мире. Сколько мы за ними будем ехать? 7 километров как-то уже растянулись, блин, капец, как-то по времени. О, смотри, Урал с прицепом, лесовоз, остановочки, остатки асфальта. Да, такие в другом мире люди тут вообще живут. Тут либо пенсионеры, либо я не знаю, ну, кто еще тут будет жить. Фермеры. Только пенсионеры, наверное. У кого есть своя ворота, какая-то пенсия. Ну да, ворот включил. Думаешь, на яме, может, да, рукой задел? Не, ну валит хорошо машинка. А крайне... ты тоже мерседесовский? Да, мерседесовский мотор. Коробка, у него спринтера, да? Коробка, раздатка, нет, с гелика. Ну, мотор, может, там у них же ставились много где. О, блин, уже совсем близко, короче. Да, уже рядом, да? Уже левки эти, где вот раз, два, там точек 15. Он... Это он туда едет? Да, левки эти. Ну, не знаю. Смотри, кто-то каплычку такую построил. Киевские номера. Киевские номера, да. Да, на бахе семерки я бы их не догнал, мне кажется. Зачем
Приехали, да, да. Не, мы пойдем с ними. Там недалеко. Что там опять? Не тот заход. Какое поле красивое. Промахнулись. Пойдем. Так, мы долго-долго ехали. Долго-долго ехали. Теперь надо бежать пешком. Тут туристическая, наверное, судя по местности. Много, да? Да. Дима, это туризм. А? Покажу, как это все выглядит. Кто не видел. Ручка есть сверху. Все на Китай. Диски кованы. Узенькие. Да, конечно, зрелищность. Это вам не RFC. Что-то долго едем, что-то ищем. Так, друзья, несмотря на то, что вроде все сухо и просто, нашли две 20-бальные точки. Ну, далеко они тоже, я думаю, учитываются бальность. Надо до нее доехать, потратить время. Да, где-то внизу, наверное. Сейчас попробуем. Это жесть. Шо, взял? Это то, что дерево стояло, блин. Взял точку? А где точка, Саш? Да вот она, где я не взял ее. Взял, Димон. Короче, машина есть. Хорошо, хоть радиатор сзади. Тяжело без переговорок, блин. Да сосредоточься на вождении, нафиг все переговоры. Переговариваться в палатке будете вечером. Да мы сами все. Где номер? Такой уклон. Так, ключи главное не потеряй. Саша, вижу ровно номер, открой мой номер. А где ты номер наклеил? На дверях. Тут просто еще есть? Где-то тут еще вторая точка должна быть. А, так тут вторая зеленая. Попроще зеленая? Хотя, блин, что она... Нет, нет. Ниже. Нет, перекрываешь треугольник себя. Ты, короче, лежишь вот здесь, держишься за каркас. А летом там где фара? Да, точку видно, где фара? Вроде нет, домов нету. Можно. Нет, перекрывай. Верхний возьмешь? Спиной сядет просто на землю и все. Так видно. Ты не должен треугольник перекрываться рукой. В Малайзии точек нет просто, и пацаны не могут уже... Сколько вы? Минут 15 уже они целятся. А худыш туда не залезет, ёлки. Главное, не сорвись с обрыва, Димон. Давай. Ну на спину ложишься и растокорячиваешь руки. На спину ляж на спину. Ляж на спину. Все, расставляй руки, господи. Что ж вы, блин? Нельзя. А почему так нельзя? Чего так нельзя? Можно, давай. Не видно цифр. Ну локтем коснись. Да, да, слышишь? Да. Мы не зря за ними так долго ехали, да? Да, блин, 80 километров. Ну, что надо было вкратце? Ну, встал бы боком, открыли бы дверь. Блин, мне кажется, они бухие, Ромыч. Они бухие, мне кажется, слышишь? Слышишь, он сейчас сломает дерево, и машина поедет вперед. А, наверное, машины нельзя к точке касаться. Да, конечно, все можно. Ну вы что, идиоты, ляж на спину и руки в стороны расставь. Руки выкручиваешь, понимаешь? Что нельзя? Руки выкручивать? Да, назад не хватает. Да хватит, блин.
Слышишь? Короче, надо операцию на руки делать. Посмотри. Слышишь, этот позор надо было снимать. Я менял аккумулятор в камере. Серьезно, тяжело. Да ну не гоните, вы что, показать вам как или что? Вот так, да. Руку надо выйти. Да фоткай, нормально все. Ёлки-палки. Худыш, блин. Ты... О, отлично. Так это нельзя сразу было сделать? Шестая точка взята. Вот, блин. Есть? А там ладонь. Извращенец. Есть? Да. Дай посмотрю. Она будет все брать или наши? Нет, все, пацаны. Все слушают. Так вон вторая. Если вы так будете каждую точку брать, то мы где-то недели через две вернемся в лагерь, блин. Не, так это тяжелые точки, наверное. Уже снег. Да. Она не тяжелая, если бы стать бы боком, бы открыть бы дверь. Саша, все, Саша, все готово. Понимаешь? Да нет, это все, Дима, это все, это позор. Вас удалят из всех групп теперь, посмотри. Ой, блин. Слышишь, кино и немцы. Вот как тут машина ездить, они тут, блин. Слышишь, подожди, я куда-то убегу, чтобы ты на меня не наехал. Попробуй выехать. Она мне не нужна. Она мне не нужна. Она уже рядом, надо брать. Ну, в общем, я просто внизу. Вот такой яр тут с вертикальной стеной. А, вот там еще точка. Да я не нашел. Как выехать теперь? Сейчас еще будет упражнение. Я не уверен, что он выйдет. Так, куда-то убежать еще. Потому что если эта херня полетит вниз. И машина легенькая выезжает. Или рано я сказал. Сейчас еще надо будет лебедиться назад. Шины не спущены. Жесткий пилот. Ну вы все так, видели. Следы жизнедеятельности людей присутствуют. Животинки даже здесь где-то умудрились набросать, хотя оно так в стороне от всего. Вот это, да? Да. И вот и точечка попроще. Бальность, напомню, от цвета зависит. Саня, по цветам скажешь, что? Это самое вот это сложное? Значит... Это типа самое, а то... Это Саша, давай вот так, ебать! Это 20-бальное. Не знаю, сейчас будет экшен, мне кажется. Сейчас будет экшен. Ромыч, включай камеру. Главное успеть убежать. Ну вот самая сложная по бальности, 20-бальная. А та была, наверное, 10 или 15, не знаю, как там градация. Сейчас мы уточним чуть позже. А там вот дальше, сейчас покажу. Вот, смотрите. Вон, видите, ярко-оранжевая. Там еще третья. Тут, видите, три вида точек разной сложности. Так, выехали на дорогу. Сейчас какой-то заход другой вот сюда надо. Не знаю, были вроде рядом. Но им видней. Да, тут обрыв вертикальный. Так все сухо. Ну не просто. Так. Пытаются заходить, проверяют лебедку.
Да, да, вот так тут жестко. Где он? Давай. Там на траектории не стой, Саня, что вдруг оторвется. Дотянешься. Давай, давай. Дотянешься, говорю. Давай, давай. Давай. Хорош. Давай, все, хорош. Глуши. Передача. Так. Вот этот черниговский Халк вылазит наружу. Давай быстрее, елки-палки. Еще кроме этой 158 еще осталось. А блин, из-за расшития чертова не видно номер, блин. Ну выше подними руки, руки, камеру выше подними. Оттуда встань. Вот, вот так, вот так. Вот худыш, блин, что творит. Оттуда встань. Да подожди, все, все. Лежи. Слышу, на море не был или что, как на пляже лежит. Сфоткала. Проверяем. Номер машины считается. 305 считается. Номер точки считается. Все, давай, садись. Подожди. 127, да? Серьез, какие-то бывают. Стон, твои... Саша, давай еще раз. Контрольную голову, все. Это можно делать быстрее. Давай, а я там буду солнце. Фоткать. Да там солнце. Давай подожди. Я буду фоткать, не знаю. Да, лучше ты фоткай. Единичка солнце сжирает, нафиг. Единичка. Не видно. Рус, станет он. Я вам контрольную сфоткаю, давай. Нихера. Единица, блин, реально в огне. Вообще первая была считаемая. Все, давай, сиди, быстрее. Дима, еще 158 точек, быстрее. Может, 30 баллов взяли. Да вообще, может в лагерь покушать? Ломанемся. Руслан, не погоняй, я тебя прошу. Хорошо, Димон, не спеши, ходи медленно. Он подгонял, я Ниву уже сломал. Тебя подгонял. Ты полтора часа просыпал. Посмотрите, творит что. Лебедка там серьезная, машина не очень тяжелая. Ну, все намного бодрее получается. Нормально. Так, тут спонсор мероприятия серьезный у нас. Вода джиперская. Сейчас они попьют и возьмут все оставшиеся 158 точек. Точка непростая. Непростая. На механике ее взять будет очень сложно. Да? Хуже, да? А на механике. Заехать, выехать тоже непросто. Слышишь, может из-за этого просто. Может из-за выхлопных газов не работает переговорка, Димон. Все видно. Я попадаю, давай я тоже какую-то позу займу. Ты головой прикрываешь там еще. Попадаю я, Димон, или нет? Ребаный расширитель, подожди, сейчас. Вера, сверху сфоткай, подними руку, сверху сфоткай. Саня, вам надо поменяться, он лучше... Треугольник не видно. Я. Рус, уйди, ну Рус. Да ну как уйди, я же тоже хочу сняться в кино. Номер не видно, машина. Фото. Сверху сфоткай. Выше так вот подними, чтобы ты... О, вот так, где Рус стоит. Так. Саша. Не, нифига. С худышом еще меня сфотографируй. Я стоял. Вот так вот ниже. Алеша, все тут видно. Улыбайся. А я меня видно, я попал или нет, все, Саня? Алёша вообще. Да не, ну он просто, ты же его пока разбудил, он еще спит на самом деле. Я сплю? Ну да. Давай, езжай быстрее. Да.
Я не спешу никуда встать. Как в замедленном кино все. Слушай, зачем мы за вами поехали? Показывайте экшен какой-то, пацаны, блин. А где точки? Ты видишь, где экшен показывают? Давай, выезжай быстрее, разговаривай. Так, чуть-чуть проехали. Куда-то. Куда-то едут. Ну, чем хорош этот экипаж? Скорости высокой нет в плане взятия точек контрольных. То есть мы спокойно можем не спеша дойти и посмотреть на них во всей красе. Это странные листья с такими. Сейчас заезжает топовый пилот, участник многих международных соревнований. А ты нашел точку? Зеленая точка. Извините. Это не самая простая, да, зеленая. Это не один балл. Да не, это одна из сложных. Не знаю, что тут сложного. Не, ну я думаю, что все-таки ее удаленность от лагеря тоже влияет на бальность. Да не, ну это практически туризм. Смотрим бальность. Один балл! Один балл! Дверь открыть. А он баскетболист. Деньги, а. Не доехал сантиметра три. Да, не достает. Блин, он когда садится, машина может перевернуться. Ты видел? Хорош! Хорош! Ох, и жесткий парень. А? Давай, Димон, ты же спортсмен, брещи. А ну дай я бальность посмотрю. Обманывает. Так, друзья. Смотрите, зеленый один балл, оранжевый 5, фиолетовый 10 и... Треугольник. И салатовый 20. А есть там шума? Треугольник есть? А есть там... А что такое треугольник, он все время просит? Говорит, да. Если рука прикрывается головой, точка не засчитается. Такая была фигня на Одессе. Влюбанная переговорка. Моя отвалилась. Да нет, ты ее сломал дыханием. Она работала вчера ночью. Ночью, правильно. А что ты смотри? Где там точка? Там точка не видно, Саш. Здесь она прикольная. А ты посмотри. Это серьезные два пилота. Видно? А номер машины почитай. Это все видно, Дима, блин. Хорошо. Не давай ему вообще камеру, забери у него, блин. Даже Руслан в очках увидел. Пацаны, давайте наращивать темп. Еще 157 точек. Давайте наращивать. А время идет. 4 уже? А, 4, 156, извиняюсь, я недооценил этот экипаж. Что вам сказать? Пока вяленько, но люди, ребята входят в колею, видите, входят, в общем. Так, ну... Не, тут буквально сейчас 200 метров. На ровной где-то... дороге они быстрые, как никто. Блин, это слышат? Они от нас оторваться хотят, мне кажется. Да, хотят оторваться. Да, на БХ-7 я бы за ними не угнался, конечно. Что-то я вообще не... Ну, они, может, вот сюда поехали, левее. Но там левее раз, два, три, а там была одна. Ну, подозреваю, что этот лес можно было, наверное, объехать. Бля, только ж не говорите, чем по лесу сейчас поедем. Ёханый бабай. Не, ну это реально, слышите, у нас сегодня... Реальный тест внедорожника Паджеро 4. 3.1 турбодизель, да? 3.2. 3.2, извиняюсь. 3.1 это было в других более старых автомобилях. Исузу. Ну, нам четвертый с дизелем только 3.2 поставлялись, по-моему. Вот только вот с этим мотором. Ё-моё, слышишь, было. Посмотри, что они... Что, нашли? Мы приехали? Нифига тут нету. Походу мы сейчас разворачиваемся, нет? Я говорю, да, что-то они... Штормит их еще не отошли, ребята. Или они тестируют... Мы туда хрен выйдем. Или мы тестируем твою машину. Короче, я предлагаю, наверное, нам потихоньку разворачиваться. Бо... И там сваливать, да? Дерево. Ты видишь сзади там... все, да? Ну, какой-то парктроник есть. А. Будем надеяться, что принесли. Да, они тоже. Главное, чтобы не пенел где-то пациент. Давай, может, я выйду, гляну. Короче, эти злодеи куда-то поломились. Мы выехали на твердое покрытие, потому что там...
свежий, новый почти внедорожник не готов. 150 тысяч примерно. 150 всего тысяч. Зубы посмотрим? Зубы. Да, давай, давай, давай. Тут, короче, более резкие ребята. Ох, елки, и копейка там, побежали.